скидки всем подписчикам в магазине яблочной техники applejesus.ru. Привет всем, и сегодня расскажу вам о том, как превратить свое старое ненужное iOS-устройство в камеру видеонаблюдения на время отпуска или, к примеру, для того, чтобы наблюдать за своими домашними животными, пока вы на работе. Поехали! Итак, и начнем мы с того, что нам понадобится. А понадобится вам старое ненужное iOS-устройство, работающее ниже, чем на iOS 6, так программа MiniSync, с которой мы и будем работать, поддерживается именно начиная с iOS 6. Далее какая-нибудь держалка, а также длинный кабель питания, который будет снабжать ваше устройство необходимой энергией. Я решил использовать связку чехла аккумулятора и microUSB провода. Так заряжается одновременно и само устройство, и чехол-аккумулятор. В случае, если подача электричества в доме прекратится, то заряда айфона и чехла аккумулятора хватит точно еще на пару часов. Кстати, если пропадет электричество, то пропадет и домашний интернет. Логично же. Так что если вы хотите быть уверены в том, что трансляция не прорвется, то, наверное, понадобится и симка с мобильным интернетом. Также стоит подумать, куда вы все это дело будете крепить. В моем случае нужно мне это для того, чтобы вовремя замечать, когда привозят посылки. Так, живу я на третьем этаже, а домофон находится на первом, и даже с открытой дверью я не слышу, когда звонят в дверь. Слишком толстые стены. Так что я, к примеру, могу прикрепить iPhone у себя из окна туалета, направив камеру на единственный возможный въезд на свою улицу, или же внизу прямо у входа. Задержка при хорошем интернет-соединении минимальная, буквально пару секунд. К примеру, я в дни, когда мне должна прийти посылка, могу просто открыть вкладку в браузере на компьютере, и она будет работать в фоновом режиме. И так транслируется звук, я услышу, когда мне что-то привезли, без надобности смотреть все время на монитор. Сам сервис MiniSync бесплатный, если дело касается 12 часов беспрерывной записи в облако. Если запись вы ведете нечасто или, к примеру, полагаетесь только на запись после определения движения или после громкого звука, то доступ к этим файлам возможен на протяжении 30 дней. Далее они просто будут перезаписываться. Вещать можно в огромном выборе качества картинки. Доступ к лайвстриму можно получить с любого устройства на iOS или из любого браузера. Но если вам надо, чтобы вещало больше, чем одно устройство, и чтобы у вас был большой объем времени для беспрерывной записи, то можно отстегнуть немножко денежек и получить то, что надо. К примеру, 30 дней беспрерывной записи в облако для двух устройств стоит всего лишь 9 евро, а за неделю и вовсе 4,5. Но все, что больше двух устройств, я не знаю, сколько тут максимально, может быть и 10, и 20, а то и больше, потому что на сайте написано, что неограниченное количество, то за 30 дней беспрерывной записи вам придется заплатить всего лишь 18 евро. Кстати, если пропадает сигнал сети, то запись ведется дальше, и как только сигнал появляется, все, что происходило при потерянном сигнале, подгружается на сервер и становится снова доступным. Это актуально, если, к примеру, полетел Wi-Fi и устройство переключилось на мобильный интернет. Помимо этого, можно ставить порог потребляемого трафика, дабы не попасть на бабки, если вы превысите количество доступных мегабайт. Кстати, также забыл отметить, что запись ведется беспалевно. Через несколько секунд после начала записи устройство гаснет экран, и, к примеру, грабитель, проникнувший в ваш дом, не обратит внимания на устройство. А еще устройство можно управлять дистанционно, к примеру, менять заднюю камеру на фронтальную, включать вспышку, если наступает ночное время, и еще много-много всего. Ну и последняя крутая фича, которую я хотел бы отметить, это то, что на другие устройства приходят вот такие вот уведомления. При обнаружении движения в зоне, которую вы настроили заранее, а также если устройство услышало громкий звук. Вот за эту фичу прям жирный и жирный плюс. В общем, очень прикольный и неплохой сервис за хорошие деньги, а для простых юзеров и вовсе бесплатный. Идеальный вариант для тех, кому не нужно постоянное видеонаблюдение, а нужно оно только в определенное время. В общем, очень прикольная тема. Ссылка на приложение в описании этого видео. А на этом все, всем спасибо, что смотрели, подписывайтесь на оба мои канала, подписывайтесь на меня в социальных сетях, до скорых встреч!